Лодочный мотор Вихрь 30. Герой моих видео на канале. Я его постоянно завожу с первого раза одной рукой, сидя на сидушке, даже не вставая. Вот в комментариях пишут, что если мотор так заводится, значит у него слабая компрессия и тянуть он должен плохо. Компрессия у него отличная и тянет он тоже отлично. В ответах я писал, что завожу его так на горячую, поэтому он так заводится. На холодную просто нереально его завести одной рукой и снимать при этом одновременно. Сейчас продемонстрирую. Так, подкачаем. Дергиваем подсос. Не заводил я его где-то сутки. Это нереально одной рукой холодный мотор заводить и снимать. Бесполезно. Я продернуть даже не могу. Вот. Поэтому запустился, пусть маленько погреется. Так, а сейчас заводим его на горячую. Вот и завели. Нормально. Вот как-то так. Придется ремонтировать. Ладно, попробуем так дернуть. Вряд ли так получится. Вот, все. На горячую заводится, вот он одной рукой, с полпичка. Еще раз продемонстрирую, как заводится мотор на горячую одной рукой с полтычка. Не потому что у него слабая компрессия, а потому что он так заводится. Так.